Добрый день. Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин, и программа «Однажды». Все мы радуемся, видя доблесть олимпийских спортсменов. Однако же немногие знают, что в древности на Олимпийских играх, проводившихся еще в Элладе, однажды победил мертвый спортсмен. Дело в том, что знаменитый атлет Орихон, занимавшийся панкратионом, однажды сошелся в финальной схватке с очень сильным противником, который совсем было победил его. То есть он захватил его голову и сжимал с такой силой, что Орихон почти потерял сознание. Однако нашел в себе силы провести прием и бросить своего противника, взяв его на болевой прием. От невыносимой боли противник подал знак судье, что сдается. Однако же все это время он не отпускал голову Орихона. И бросок, к сожалению, привел к перелому шейных позвонков. Когда судья остановил бой, выяснилось, что Орихон уже мертв. Но поскольку его противник подал знак о сдаче, победа все же осталась за Орихоном.